Давай, попрыгай, давай. Давай, давай. Давай. Ты какой-то дракон, по-моему. Хай. Мирося, ты все купил, что хотел сегодня? Много. Прикинь, тут и тут есть компас. Смотрим, куда идти надо. А где паруса? Паруса? Куда ты едешь? Кукурузу собирать? Да. Куда? Что у тебя такое? Конфеты. И? Чипсы. Сколько ты набрал? Много. 100 конфет. 100 конфет? А какой сейчас праздник? Хэллоуин. Как ты говорил? Хэллоуин. Как нужно говорить, когда подходишь за конфетами? Трик-о-трит. Молодец. Хэппи Хэллоуин. Хэппи Хэллоуин. Ба-ба-ба-ба-ба. Ну вот мы разобрали все богатства за 4 трик-о-трита. И сейчас будем все считать, да? По каким кучкам мы разложили? Расскажи. По разным. По размеру, по вкусу, по съедобности. Какие есть нельзя, мы отложили в одну сторону, какие можно в другую сторону. И сейчас будем считать, да? Мирось, да. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 4. И мы 4 раза ходили на трик-о-трит, да? Угу. Папа. Да, так, ну расскажи теперь, какие тебе лично больше всего нравятся? Мне нравятся вот такие мне не нравятся. Угу. А нравятся? Какие ты пробовала, какие тебе нравятся? Мне нравятся, я пробовала вот такие, мама, я пробовала такие?
Да. Я пробовала вот такие, да? Угу. Еще я пробовала вот такие, да? Угу, не помню. Угу. Угу. M&M's? Да. Еще я пробовала эти, да? Угу. А еще я пробовала вот такие штучки. Вкус! Тебе вкусные? Мне кажется, нет. Да, я их кусаю. Ну, хорошо. M&M's, Skittles, такие ты пробовал когда-то? Нет. Забыл, что ли? Ну, окей. А что вот там лежит такое? Несъедобное, но очень красиво. Нет. Стикеры, наверное. Тоже много разных стикеров. Класс. Ну что, нравится тебе праздник Хэллоуин? Да! Давай считать. Поехали. Раз, два, три, девять, сто, сто один, сто два, сто три, сто четыре, сто пять, сто шесть, сто семь, сто восемь, сто девять. Вау, сто девять. Теперь давай нас опять. Доброе утро. Доброе утро. Расскажи, пожалуйста. Что мы вчера сделали вечером со всеми конфетами? Отдали ведьме. Как? Написали письмо и отдали ведьме. Чтобы она что? Дала нам рацию. А мы сейчас пойдем и будем забивать нас в подарок. Окей. Что-то видно? Нету ведьмы? Давай смотреть. Тихо, тихо, спокойно. Это что? Это подуматься. Давай посмотрим, ведро пустое. Ведро пустое. И что это? Письмо какое-то? Это... Давай посмотрим. Это подуматься. Давай откроем. Смотри, что тут написано. Давай прочитаем. Не знаю. Читай. Мирон, спасибо за конфеты. До встречи в следующем году, добрая ведьма. А ну-ка, раскрывай. А ну-ка, давай. А, наконец-то! Это просто я хотел! Это просто я хотел! Что ты сначала так расстроился? Ты не успел открыть? Не увидел сначала? Так что? Давай открывать. Это настоящее волшебство? Все конфеты. Тебе не жалко конфеты? Только она не отдала это письмо. Да, она с обратной стороны тебе написала записку. Да? Угу. Ну скажи, Мирось, тебе не жалко конфеты? Нет. Совсем не жалко? Мне не жалко. Еще соберем. В следующем году? Да. Угу. Ну хорошо, пока. Пока, всем пока.